Доброго времени суток, уважаемые подписчики, зрители канала «Самогонщик с Урала». В сегодняшнем видео будем снова заниматься выпечкой. Итак, сегодня нам понадобится мука, тесто и колбаса. Будем делать колбасой косичку. Время вечер, никого дома нету, ребенок в садике младший, жена на работе, и для всех надо сделать покушать. Это одно из блюд, что сегодня будет у нас, тем более сегодня вечер пятницы. Всех с пятничкой. Так, тесто мы разминаем. Из холодильника немножечко. Так. Ну и начинаем. Так. Мед такого делим на кусочки, посмотрим, что у нас сейчас что почем получится. Раскатываем колбаску, так вот раскатали мы три таких колбаски, не совсем ровные, но подобие. Здесь мы их защепляем, начинаем плести косичку. Положили кусок колбасы, закинули сюда. Здесь положили колбасу, тоже перекинули. Так, что-то я разучился плести косы. Дочка выросла. И уже не помню, как это делается. Ну, у кого есть дочери, вам легче. Заправляем колбаску, прокладываем ее везде, во все наши эти колбаску, тесто чуть-чуть подвытягивать, больше получится, меньше. Ну и все. Вот наша колбаса в тесте готова. Кто-то пытается мне там понаписать. Так. Сейчас ее на заранее подготовленный противень. Смазанный. Положим растаиваться
пока остаивается наша косичка. Включаем духовку на режим такой же, как в предыдущий раз. Два тена и вентилятор. Температура 180 градусов. И ждем, пока растаится тесто. Итак, наши косички расстоялись. Смазываем их взбитым яичком для цвета. Все легонечко, все быстренько. Духовка уже практически нагрелась. Сейчас будем выпекать. Ну и ставим на 10-15 минут. Ждем, что получится. Ну что ж, наши косички готовы. Приятного аппетита. Понравилось видео? Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видеоролики. Дальше будет интересно. Всем спасибо. До свидания.